Всем привет! В macOS 10.15.4 появилось несколько примечательных функций, одна из которых — Head Pointer. Это функция, которая позволяет пользователям управлять экраном курсором с помощью движения головы, задействуя камеру. В настоящее время macOS 10.15.4 находится в бета-версии. Если же у вас стабильно 10.15.3, вам придется подождать несколько недель, пока выйдет релизная версия. Либо вы можете обновиться на нее уже сейчас при помощи сертификата разработчика по ролику, что оставлю в описании. Функция управления экраном курсором с помощью движения головы предназначена в первую очередь для людей, имеющих проблемы с моторикой. Чтобы ее активировать, заходим в настройки, универсальный доступ, управление указателем и нажимаем другие способы управления. Ставим галочку в пункте «Включить симуляцию действий курсора». Тут можно настроить выполнение действия с помощью мимики лица. На данный момент на выбор 4 варианта, такие как улыбка, открыть рот, поднять брови и высунуть язык. На эти варианты можно назначить такие действия, как нажатие левой или правой кнопкой мыши, двойное нажатие и перетягивание. Для активации управления курсором ставим эту галочку и переходим в параметры. Движение курсора можно выполнить при помощи взгляда или движения головы, а также настроить скорость перемещения. Вы можете назначить собственные клавиши, чтобы приостановить или возобновить работу данной функции. Даже на стадии бета эта функция работает более чем хорошо, и надеюсь, Apple в дальнейшем будет ее развивать.